нужно какое-то внутреннее переживание для того, чтобы образ сложился. Понимаете? Все как бы умирает. Сделать-то ты сделал, записать-то ты записал, а так и не родилось ничего. Но она находится у меня в процессе, эта работа. Здесь, в общем, белая ночь изображена. Белая ночь. Вот таким образом. Вот так вот какие-то вот все эти детали здесь вот вырисовываю. Тоже вынимаю в этих деталях. Это долгая работа, надо признать. И она физическая. Здесь ничего сложного нет на самом деле. Самое сложное это родить что-то. Цифра, она холодная вещь. А рука это вот непосредственно. Вот она так повела, и знаете, там эмоции, чувства, все отражается в этом. Там энергетика другая. Вот валичек. И подготовим лист бумаги. Это станок, на котором я печатаю. Вот тут у меня неудачный отпечаток получился. Мы сейчас используем обратную сторону его. Это неудача. Так. Вот здесь я обычно краски развожу, да? Вот так вот прямо. Разный цвет. Так вот. А здесь я накатываю. Равномерно нужно раскатать таким не толстым слоем. И затем здесь давление, но оно у меня уже отрегулировано, поэтому я его не меняю. Пожалуйста.